Нам пришлось присутствовать при первом исполнении этой песни. Это было в Судаке у Каплаши. Вот. И это, я вообще человек тупой к музыке, и мне очень редко песни нравятся с первого раза. Вот это вот как раз так, как это нравилось с первого раза. И вот прошло уже без малого 10 лет, а в то время, надо сказать, я все-таки коротко скажу, понятно, что эта песня была посвящена организму Марисе, но у меня ведь тоже была Улька, которая блондинка, и которая тогда вела на меня усиленную охоту, надо сказать, не безуспешно. Так подожди, теперь уже осуществилась у нас любовь, и это стало всем заметно. Вот. Но эта песня нам очень дорога, и сейчас мы, безусловно, очень сильно волнуемся, потому что хочется ее спеть хорошо, а уж как получится, так и получится. Половина светлых дорог ночи.
поспит, если хочет. Половина земного шара видится, и что-то и снится. Это мы.